Их называют администраторами, им доверяют важную процедуру. На республиканский форум в Шымкент приехали те, кто в прямом смысле банкротит предприятие. Причем делают они это профессионально. Вместе с налоговиками, банкирами и предпринимателями администраторы обсуждают, как применить закон с пользой для бизнеса. Специалисты считают, что нужно вносить коррективы в существующее положение и сделать его более удобным для бизнеса. Были введены новые процедуры. Это как мировое соглашение о регулировании неплатежеспособности, переход от банкротства к реабилитационной процедуре, продажа активов. Но, к сожалению, эти новые новшества, наверное, до предпринимателей не доведены. Одна из причин краха бизнеса – неграмотно составленный бизнес-план. Прежде чем начать свое дело, нужно рассчитать все расходы. Правда, встречаются и лже-банкроты, которые не хотят платить по счетам и объявляют себя неплатежеспособными. По лже-банкротству 14 уголовных дел возбуждено. Мы подали заявление в суд, чтобы они выплатили свои долги кредиторам. 4 из них удовлетворено. Сейчас эти предприниматели возмещают ущерб за свой счет. Из 14 9 пока рассматривается. По данным экспертов, количество предприятий банкротов растет. В этом году рассматриваются дела 107 компаний. 40 юридических лиц объявили себя банкротами.